Территория мебели предлагает своему покупателю самые выгодные предложения по цене. Здесь действуют скидки и оформление покупки в рассрочку. Вся мебель высокого качества от ведущих фабрик России. Ассортимент представлен как в эконом-сегменте, так и в отдельных предложениях класса люкс. Курметы Достар, дорогие друзья, мы рады вас приветствовать в нашем новом салоне «Территория мебели». Это совершенно новый формат, совершенно новое решение. Хошкельдениздер, добро пожаловать! Наша съемочная группа побывала на открытии мебельного салона «Территория мебели». Горожане довольно активно шли на контакт и делились своими впечатлениями, отмечая низкую цену и качество товара. Пришли, узнали, что сегодня открытие будет. Как раз надо мини-диванчик такой приобрести, поэтому пришли, думаем, здесь что-нибудь себе присмотреть. Ну, уже пару моделей присмотрели, цены прям хороший, потому что в других магазинах где-то 250 в среднем из того, что мне нравится. Здесь уже смотришь 180, то есть разница в 70 тысяч довольно-таки ощутимая. Пойдет по аренде, не скажешь, что комбатте. Считаю, что нормальные цены, приемлемые для всех граждан, так сказать. Я пришел с родителями выбирать кровать и шкаф. За мягкий мебель уголок в гостиную. Ценовая политика устраивает? Устраивает, потому что сегодня скидки 15% у них. Но цены нормально приемлемые, можно купить, спасибо, приходить большое сюда. Были и те, кто приобрел новую мебель в день открытия. Один диван и все? Да. А как вам цена? Ну, скидки хорошие. Территория мебели – это комфорт, стиль и лояльные цены. Отметим, что с новинками мебельного салона можно ознакомиться и в торговом доме «Шадияр». Новый мебельный павильон Повалиханова «Территория мебели» ждет вас. Жамал Габдуллина, Павел Соловьев, Шохан Таукиев, Кукше, Ахпарат.